Книга «Открытым оком», том 7, вопрос 1907, тема «Смерть». Может ли быть у христианина страх перед смертью, и преступна ли для него жажда жизни? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Сирахова, 45. У всякого досада и ревность, и смущение, и беспокойство, и страх смерти, и негодование, и распря, и во время успокоения на ложе ночной сон расстраивает ум его. Полностью страх смерти отсутствует там, где она побеждена, где есть уверенность, что ты переходишь в лучшее. Прокосия 13.14. От власти ада я искуплю их, от смерти избавлю их. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Раскаяния в том не будет у меня. Страх перед смертью совершенно естественен, но и здесь нужна мера. Не потеря рассудка от страха. Многие святые пренебрегали этим страхом и шли на смерть, как на брачный пир. Жизнь хороша, когда она не в тягость. Сирахова 41.3.5. О, смерть! Отраден твой приговор для человека, нуждающегося и изнемогающего в силах. Для престарелого и обремененного заботами обо всем, для не имеющего надежды и потерявшего терпения. Не бойся смертного приговора, вспомни о предках твоих и потомках. Этот приговор от Господа над всякою плотью. Итак, для чего ты отвращаешься от того, что благоугодно Всевышнему? 10 ли, 100 ли или 1000 лет? Послание Филиппийцам 1.23. Влечет меня то и другое. Имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. Жажда жизни должна быть направлена для пользы души и церкви, а не просто по-мирски побольше удовольствий захватить. Чуть ночь, мой демон тут как тут, за прошлое моя расплата. Придут, и сердце мне сосут воспоминания разврата. Когда раба мужских причуд, была я дурой бесноватой, и улицей мой был приют, осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая. Но раньше, чем они пройдут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд, перед тобою разбиваю. О, где бы я теперь была, учитель мой и мой спаситель, когда б ночами устала, меня бы вечность не ждала, как новый в сети ремесла мой завлеченный посетитель. Но объясни, что значит грех и смерть и ад и пламень серый, когда я на глазах у всех с тобой, как с деревом побег, срослась в твоей тоске безмерной. Когда твои стопы, Иисус, оперши о свои колени, я, может, обнимать учусь креста четырехгранный брус, и чувств лишаясь, к телу рвусь, тебя готовя к погребению. 1949 год. Пастернак Борис.